Израильско-американский совет, Вашингтон. Из 70 лет своей жизни 30 с лишним я провел среди народов мира. Мне ясно, что антисемитизм – это мировое явление. Оно не прекращается. Как сказал Эйнштейн, это тень, отбрасываемая еврейским народом и постоянно сопутствующая ему. Но, может быть, проблема антисемитизма кроется в евреях, а не в народах мира. Может быть, это мы виноваты в том, что нас ненавидят. Когда народы утверждают, что евреи виноваты в различных проблемах мира, может быть, они правы? Я не знаю. Давайте приступим к исследованию и в этом вопросе. Давайте рассмотрим вторую точку зрения. Ведь тем самым народы мира признаются, что зависят от евреев.